Судьбу барнаульских депутатов, неправильно заполнивших декларации о доходах, решат их коллеги по гордуме. К такому решению пришел суд Центрального района. Напомним, в начале года называли 14 барнаульских депутатов, допустивших ошибки в заполнении финансовых отчетов. Потом их число сократилось до 5. 4 единороссы и 1 представитель «Справедливой России». Именно их нарушения прокуратура сочла самыми серьезными. Утверждается, что не были указаны все квартиры, участки, а размер зарплат самих народных избранников и их родных был занижен. Осенью прошлого года гордума могла избрать меру наказания для проштрафившихся депутатов, но тему сняли с повестки дня. После решения суда им придется вернуться к этому вопросу. И если гордума вновь не станет принимать решение, прокуратура будет вправе требовать прекращения депутатских полномочий уже через суд.